Всем привет! С вами я, Стив, и сегодня мы начинаем наш летсплей по Майнкрафту. Крафту нам один учитель сборки. И да, вот сюда ящик. Такие вот предметы классные. И да. Эти предметы я начитаю, признаюсь. Ну, они мне помогли, потому что мне лень их крафтить. Ну ладно, теперь. Самое... Эх. Так, вот, ну, у меня тут классные моды, так, привет, значит, это мой тимус. Что-то дороговато, я не знаю, как это Shadow Coins сделать. Это, по-моему, King Spider, нет, надо валить, я не хочу, ну, прямо... В начале видео у меня. Розовая овечка. Так, розовая овечка. Наушники, наушники. Шапочка. Ребята. Надо шерсть, но не началось. Вы издеваетесь? Не, я туда не пойду. Что? Я придумал то. Есть такая группа были. Сколько мне хватит? Все грибы не ушли. Мне нужно посмотреть. Чё это такое? Я не понял. Не понял, так. Надо эту штуку убрать. Чё это за штука такая, ребят? Мне хватит. Так, надо все тихо! Так, так, успокойся, успокойся! Я не хочу с самого начала! Сразу на пол хп, ребят, пол хп, не издеваются надо мной. Вот начало сборки, начало видео и уже начинается. Жесть. Пол хп, все, ребят, мне конец. Вот. Мне конец. Так. Надо сделать мини, чтобы как-то тебя броню. Что? Тут же деревянную броню нужно сделать, да? Мне надо дерево, 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 дерево. 24. И что? И да. Мне тебе интересно контракт. Вот, ребят, не рекомендую вам играть в Sonic R, потому что игра настолько плохая, что капец. Графика, ужас, управление, непонятно что. Пусть управление живет своей жизнью. Да вы посмотрите, какие огромные деревья. Кто такие вообще сделал? Это дом на диване ходит. Ладно, живет. О, какой.
Конечно, я в реальной жизни не настолько безумна, что все знаю, что такое. Но если можно не платить, то я обязательно все плюс еще это плюс еще это уведение было. Ребят, наверное, это будет плохо. Да короче, да хорош, меня бей. Так, где мой верстак? Мне надо еще 8. Вот, ребят, если у вас, ну, еще не сломался голос, и вы, ну, все равно делаете видео, то рекомендую вам поменять голос, ну, в Wondershare Premiere, сделать переозвучку, понизить тон своего голоса. И тогда все подумают, что 30. Ну ладно, переозвучку я, конечно, делать не буду, потому что вы уже привыкли к моему вот этому вот голосу. Я хотя бы не из тех, кто бесит своими лишними звуками. Ну вот, кроме... Ну, у меня это был 0.4. Да, деревянная броня Майнкрафта. Капец. Как я скелета слышу. Где этот скелет поганый? Где? Жачка! Пожалуйста. Ребят, какая броня лучше? Деревянная или тоже? Зомби! Зомби! Е, Achievement Get! Мне надо в шапку. Арбузик! Арбуз! Арбуз! Так, арбуз! Я арбуз нашел, ребят! Будет ферма арбуза. Арбуза не летит. Бобы. Бобы. Если что, у меня тут Mirro Funk Weak Sand. Если тут мод добавляет. Так, я вряд ли завалю этого слайма с таким узким мечом. Сколько он там хочет? О, халявный уголь и халявная слизь. Так, что там со слизью? Короче, много полезного делать с этой. Класс! Слоймс, вот, стоп. Сколько он сносит? Он очень дорого стоит. Слоймс, вот. Слоймс, вот, 11. Ну, в принципе, дамага это, конечно, круто, но... Ой! Чё? Чё он сделал? Так. Вау! Ну чё, его съедло? А, он не притягивает. Ребят, как он думает здесь? Ой! А что? Мои вещи! Телепортация. Мои вещи! Так, где мои вещи? А, я забыл мне поставить. Так, где мой... меч! Серьезно, где меч? Вы издеваетесь? Я еще раз кидала. Вот, вроде бы все. Программный слайм. Убил меня. Ну хотя бы узнал, сколько он стоит.
Ну окей. Ты можешь идти, если не захочешь. Ну, знал, что помогут другому, и не посмотрел. Так, ну ладно. Надо найти шахты, потому что наверху... Ну вот, свининка. Я сюда прыгнул. Походу мою оборону придется поменять. Ладно. Свинка. Ребят, я сейчас поставлю на паузу и попробую выбрать отсюда. Итак, ребят, мы продолжаем. Мне пришлось счетверить, чтобы выбраться оттуда. Потому что оттуда было невозможно выбраться. Если вы установили миру фанфик сэнд, то будьте осторожны. Потому что забучили. Стоп, кто это? Это же Кейт Краулер! Нет! Я не готов, я не готов. Нет! Джангл Травикс! Шипастик! Шипастик из джунглей! Терран Шарды! Чего же это? Терран Шарды дроп. Мне надо трукать Шарды, а не Терран Шарды. Тихо. Дефт Вау, Джангел, Стэдлюсау. Наверное, я зря поставил Монди. Потому что тут капец, какие мобы. Ребят, надеюсь, что без остатки просто монтаж не трудно делать, недолго он заливается на YouTube, так что будет без монтажа. Сыру курицу я, конечно, есть не буду, потому что трава не будет. Не буду тут мясо кушать, а воду на себе. Вот он чувствует, можно идти. О, печеньки. Какао-бобы, так. Так. Прямо какао-бобу. Сделал. Прямо-бобу. Да. Будет прямо от грузиков и прямо бобу. Прямо пшеницы и думаю печенюшки. Кто не любит печеньки? Тихо! Так. Сколько там идет? Уже 14 минут. Окей. Это кто это снимает? Ладно, все равно нет. Подожди. Вау! Нежданчик. О, я крипер. Какой крипер? Паук. Погоди. Там еще один. Нет. Ну, все. Все. До свидания, крипер. Не надо проблем. Ай! Мамуса подобрал. Не делай так.
Чё это за звуки? Чё это за звуки были? Чё, херобрин? Ну, я можно на херобрина не ставить. Но я хочу с ним встречаться, потому что это... Кстати, ребят, есть команда на херобрина, босса, и когда его призвал мы вместе с моим другом, голосом, то у меня начал лагать Майнкрафт, и там непонятно, что происходило. И я решил просто убрать этого херобрина, потому что его все равно, потому что он не будет. Мне кажется, что я нашел пещеру. О, привет, зомби. Нежданчик. Так, все, 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 все. Нежданчик. Из ниоткуда крипер? Как это понимать? Я там что-то с ним делаю. Ладно, ты не живи, все здесь. Там еще и зомби видел. О, тут есть выход. Еще, кстати, здесь даже сам проверяю. На горке. Нет, до свидания! А ты кто такой? Давай, до свидания. Валера, настало твое время. Вот, и мы не все. Ладно. Там еще один! Ну сколько там этих зубоков поганых? Сделали? В золотой броне! Вы слабые! Видишь, что выпадет из хотя бы чёрта? Классно. Только мозги. О, мозги. Зажрать мозги и зомби. Капец. Вот. Чем бы не отравило? Да ладно. Не сгнивать тут. Ладно. Ребят, если у меня там что-то, если у меня там непонятный голос, то, ребят, это все микрофон. Когда у меня будет нормальный микрофон, то вы меня будете нормально слышать. Вот эти... Ну ладно. Ты что там? Ну... А это кто такой? Это, наверное, Кейкраудер. Нет, это Склок. Это Кейклок. Это этот Кейклок, который... У меня же ока нет. Где он у меня ух? Да сколько тут зомбик? Не-не-не, ребятки, вы... Это не ко мне, это не ко мне. Ребятки, о, это не какой-то рейтер. Веревка, веревка вперед! Ребят, 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 ребят! А ну-ка сюда, подожди. Так, спасай. У тебя. Это, конечно, полный капец. Вот прям в начале начинается. Так, стоп, я же. Мне больше нравится это. Хот-догер. Так, что там снизу? Воу! Да. Ну-ка, не надо. Мне надо помочь. Чего вы тут пришли? Угу.
еще пожелаю. Я чё, все... А, надо не помнить. Отсюда. Вот это, ребят, капец! Чего меча нету? Нет, нет. Пока у меня не будет нормального меча, я не буду. Выходили отсюда. Так. Вот, ребят, с самого начала уже начинается. Ну, это капец какой-то. Это полный капец. Ребят, вот если у вас так... Вот так вот лучше не начинать сборку. Рекомендую вам начинать с престола, а потом уже с карты закончить. Так.